Так, заебись, что эту чарку выбил, заебись вообще. Как говорит мой кореш, теперь я упакованный кент. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Салфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро пойдешь! Пехота! Сержанты! Ой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Сейчас у нас плотнее хиль. После этого мага улетаемся. Надо, чтобы он скинул. Улетает. Да-да, тут он тебя пушки прям отрывает. Войт, а ты его уроки джампом ебашишь каждые 10 секунд? Ранец под него нажимай, да, каждые 10 секунд. За атаку уменьшает скорость. Но он будет стаки медленнее копить. Говорят, обрыгался. Жена, он почему умер? Чуть не показывал. Упал, наверное, или что-нибудь такое. Он, по-моему, с ваншота его убил. Смеешь ступать на мой корабль? Оружейники, огонь!
петь этот, да? Все помню. Разрядите. Женуэн, почему ты умер? Ты разбился? И что случилось? Мышца пробовал. Кинь на меня лут, Руэд. Сейчас бой пройдет. Кирилла сразу передам там. Давай. Колок есть, да? Тут же хилов так много не надо, правильно, Вага? Котенок в сову, два шамана в элему, в хилит только Элбрил и Шмуратоси. Блин, я ж тебе говорил. Оба шамана в элемов, котенок в сову. Килит только Элбрил и Шмуратосина. Первый танч начну я, чек на пул. Дайте флаг шаманам. Нет, у нас паладин один только. Ну, как тогда? А чё у нас еще меньше стало? А это модно, это удобно. Еще раз чек на пол. А у РСки не было в вечернем рейде? Нет. Нет. Хасту или СПД, Полин? Что? Хаст. Две? Ой, да, я первый нашел. Ага. Так, сейчас я вас не хилю, у меня дочка села похилить. А Шмуратосина есть, нормально Шмуратосина. Да, она нормально посчитает. Вага, сделай ауру, пожалуйста. Перебьёте. Блин, вообще как бить тогда? Я один пал, мне пофигу. Да будет, Арпа, успокойся. Перед боссом будет. За свои циферки беспокоишься, сидишь. Бедняжка.
Это что, плохо? Мага, кинь это заранее в уши под мангу, чтобы они не убежали. Чтобы их отхватить, не развеялись. Лужа не поможет. Давай, крути, меня сейчас сожрут. Ёбаный в рот. Что-то где-то видел тактику, что мобов вроде как заливать надо. Да нахуй надо, лучше покрутить. CSGO? Заливать-то надо? Нет, не надо меня бэрить. Там вон вагон энхов, что-то не получается у них немножко. В чем дело ты, Войд? А? ДПСить-то их можно ДПСить, но, блядь, за ними никто бегать не будет. Там проблема в том была, что на рестер друида весь трэш побежал, я его забрал в массовой агонии, а с меня уже никто не забрал. Там проблема в том, что слишком простой сорок здесь. Я бы сделал его еще жестче. Они должны шотать, нахуй, когда вырастают. А вырастают они через... По-моему, 8 секунд или 10. Если ты бы изначально их держал на себе, то они бы быстро слетели эти мобы. А так, кстати, они на стандарте, когда появляются, стоят секунды 2. А здесь они сразу с места трогаются. Просто нас мало. Сейчас с онлайном вообще печаль. Вот это да. Да, печаль. Что, блядь, стоит с правой женой над боссом, нахуй. Хуярит свой звездопад, а потом бегает от этих мобов, блядь, налево-направо, нахуй. Я вот на нем наблюдал, он пиздец, блядь, кадры. Это даже смешно выглядит.
будешь нахуярить, а потом что будет, вообще похуй, блядь, бегай. Ему надо этот макрос сделать, знаешь, Starfall Desired, и помогите, помогите. Долорес, поставь, пожалуйста, шкаф. Коваться, манить, у меня маны не хватает. А чё вар тратить, когда симонит? Ничего, походу. А то единицы. Вар крутой, значит. На самом деле, что-то первый раз спросишь. Может, мы попробуем в 4 хила, а из хилов кто-то спекнется в ДД, мы и так... Котёнок, сове, 4 хила на месте. Да, только я смог не поменял. Да, я тоже не меняла. Хилл панги. Я сейчас не поменял, ну блин, а у меня половина хиловского была. Здесь фельд. Хотела потестить мод без МП5. Сам танчик. Если бы вовремя сбустрели бурст, бы не ушел. Забери, моба. А там хочешь уже убить этого моба. Так я его один, похоже, бью, ёбаный в рот. Таун там забери, он меня убьет. Да тебе еще повезло, что у меня таунт откатывает. По КД. Каждую секунду. Ладно, пускай там в корнях не стоит. Убило КД, по-моему, на ДК. Да я знаю, на трех персонажей повесил КД. Пусть на Майде заходит. На Синдре пригодится с освобожденкой АФК. Здесь заебись трэш качество. Чтобы трэш не бегал никуда надо. Глянь, на кого он висит для начала. Не знаю, на советов. Как догадался? Ну там же тучка такая, тучка же сов. Что ж, уныние это. Да шемкой сагрил. Ну он когда видит много таргетов, сразу жмет нахуй за захват. А дальше что будет, убить.
Наверху там, блядь, видишь? Дурачок это. Серьезно, не ставим, да? Героическая колба с профая, прилив агония, килтуза, да кому в рейде нужен? Прилив нужен. Аглора Гера. Мозер у нас вроде как будет брать Глору, но не уверен. Кават, давай каски всем. Только по лаке раздал. Серёг, тут? Да. Слушай, смотри, у меня через 35 минут состязание будет. Минут на 20 мне надо будет отойти, пока, ну, 40 минут где-то. А там минут 20 я опять спал. Напиши мне, напало. Я написал. Смонти. Блять, ну нахуя вы пулите? Кто это сделал? Налик. Че, бьем, падаем? Бьем, конечно. Да хуя ты спулил, сука. Пора ГП давать. Тартас, бегитесь быстрее, РДДшки, чё стоите, чё ждёте, блядь? Понятно. Не страшно, мы и так это всё убить можем. Нелик не достает до тебя хилом, вообще не знаю, где это. Трусы в Мелизон. Хорошенько хилите, потом. Финиш щиток. Ты сейчас заберу его себе. Прошинки-то есть, я постоял. У нас цикл большой был. Матросин, а чем у тебя проблема была? Мне его там понести. Убежал в мире, когда у меня было. Иди встань ближе к рейду, Хисаями, блядь. Я стоишь вылечу. Без хила, дрочишь. Пробуйте хилить так. Имер по штабу закиньте.
Шунелик, что ты был? Слово Дина повтор. Два хила блюют. У меня, кстати, еще два рестор друида есть. Если что. Забираю карту. Да не бегайте уже, забирайте. Кит щиток и капли приготовь и сил. Да, так после первого прокаста рейд уже не разбегается, состоит не будет после. Чего делает? Матросина, ты стоишь в РДД, бежишь кем, блять, в миле. При этом на мне и на Варе в милике есть, и я выбегаю на рейндж. Шторм есть? Да, есть осколок. Шматросина. Мара, ты же знаешь, как надо с Редваром разговаривать. Неликс — это вообще нечто. Неликс и Саями стояли слева далеко от хилов. Я не доставал до Неликса вообще. И... Вот, ты там угорал, что Шем прокнул, да? Не знаю, что прокнуло, но зачем макрить босса? Ты посмотри скрин! Шем прокнуло! Шем, по-моему, прокнул. А, посмотри еще раз скрин, я, пожалуйста, я скину. Значит, теперь ты не будешь внутреннее зрение использовать. А то я, будешь, конечно, там робота Гера акрить, блядь. Я, конечно, пиво понимал, что ты одаренный поцик, блядь, но не думал, что Матросин такой же. Посмотри, посмотри, убедись. Да все, хватит. Ну зачем пулить, если ты от этого пулишь? Ты понимаешь, блин, я сколько раз это внутреннее зрение на каждом боссе юзал? Я думал, это фигня какая-то была, а тут опять такое же. Ну, значит, теперь ты не будешь больше это юзать. Твой ДПС теперь будет ниже плинтуса. Смирись с этим. Эра Богосоюза закончилась. На туре. Неликс 9-10 место по ДПС. Надо вообще сделать дизурону написать, чтобы вообще, блядь, пол инста пулилась, блядь, от этого зрения. Давай это, я с Хисаями МК обменяюсь, а маги там втроем между собой, чтобы нам в пятером не париться. Никто же не против. Самое главное, мне один закиньте, там уже разбирайтесь. Хисаями, да? Чё, повышишься с ней, Кавар? На пол. Полина пишет, что лагает. Так, пацаны, мне срочно надо зайти, ко мне мусора пришли. Сейчас я.
Жена поднимает альтов 4. Короче, Вага, слышишь что? Кинешь мне замену? Я минут 15-20. Давай, давай. А, отведите босса немного. Уважаемый котенок, отойди отсюда, отойди отсюда, отойди отсюда. Набери рейндж между теми, к кому ты подошла. Отойдите от нее, от маленькой совы, блядь. Плевать будете в 10 человек, сука. Чмуратосину поднимай, альтов 4. Блин, я пошел на рейндж. Пиздец. Мой мага. Взрыв сейчас будет, нет? Да, трудно без анонса играть. Да какой тут анонс, блин, тут призы без коней. Знаете, как сказал? Кожаная на КД на бас. Где этот маг? Я не могу его достать. Идите, я сейчас пробую сюда. Позаб мой лучше такого не видели. Есть осколок. Чё, профа, сразу пойдем, нет? Нет, нет. Ты рофлер. Профа сразу. А что смешного? Там походу Петросян даже засмеялся. Жена вместе. Слушайте, подскажите мне, пожалуйста, что за зимний огонь? Что надо с ним делать? Это зимний огонь. Знаешь, когда есть смог. Несколько таргетов. А, типа АОЕ, да? Ну, это считай, как это, как бомба живая в фаермаге. Ты ее кидаешь на одну цель, она взрывает, она берет и АОЕшит несколько целей. Вага, взрывает, то ее обновляет. Вага, дай, пожалуйста, лучше. Да. Вага, зачем мне второй торс? Распыли его нафиг. На место кончилось. Не хочется, разве что удалить. Спасибо. Ну, удали, пофигу. О, а ты чё, он 18 голд стоит, оторгался. Не, продам потом. 18 тысяч? Нет. Шторм, мобильный банк, если есть, поставь, пожалуйста. Лучше раз меня забери, пожалуйста. Эдвар арест, ну. Да он отошел. Че, весело бьем, нормально. Ну, да.
Смешно, Вася. Оля, оденешь 4Т4 и будешь цепуха терять. Это. Интересуется кто-то вселенной МК? Mortal Kombat. Какой нахрен Mortal Kombat? Дай давай. Никто не интересуется? Очки не надо. Давайте это, гулять что ли. Шутка про Бенни симпатичнее. Не, правда, Поля, если так 4Т4 оденешь, ты будешь просто в трейде стопухать. Да мне бы не помирать, вот это было бы ключевое. Ты же не одна бушка. Полагаюсь только на себя, ты же знаешь. Блять, что ротация вообще поменялась, да? Проста, да. Просто другой совсем стал. Так, а кто просто? Есть который дамаг? Ну его там реворкнули, там шоколад. Та, там сейчас не подымаешь. Беда. Там беда, пока ждем. Ждут другие, ждут. Когда снизят немножко. Самый хороший вариант Fire, он всегда стабильно одну и ту же. Его и не трогают. А для Fire брюлики бы. Ну да, для Fire статы нужны. Вон резист. Контроль. Облучение. Самое смешное, что у меня на файре ни одной твинки нет. Зачем на файре? Заберешь, зато, в принципе, зато знаешь, мне что вспомнилось? Когда реворкнули простов, они стали нормально ДПСить. Ты такой, блин, какого хрена я только сейчас файра сделал? Сейчас их опять реворкают. Они, получается, первый день они стали мажить 0 урона. Я трачу бабки. Приворку из файра, на следующий день они импа. Через неделю опять же, блин, хорошо хоть назад не вернуться. С какими тринками ходишь в файр? У меня объект и этот, труба подорная. Ты 23 тысячи дал с объектом с собой? Да. А если будет средоточие и... чешка. Ну или этот ебаный ДЛ. Толканок. Ну там толканок и... Толканок сикстан. Там типа, ну, 1003-4, наверное, накинуть можно будет ДПС. ХЗ. 3-4 ХЗ. Не, ну если это шем, то брак. Тебе бегать надо, ДПС стопудов больше. Я пока не могу использовать эту способность. Там уже наныли, просто страниц на 20, я думаю, себе пиздец. В ближайшее время ступит.
танки, кто что будет танчить, давайте. Эки леси там. Чек на пол. Чё, это, в ДД можно или чё там, по народ танк ещё? Ну, народ пришёл. Ну давай, по танчике, Лисета, Кават, двух правых, народ пока пускай в коте будет. Следующим боссом рыбу получите, этого без него убить можно. Еврей, блядь. Да долго, блядь, бесит уже. Наксанар был досадным недоразумением. Сила света позволит Валанару свершить отмщение. Прольется кровь. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Сейчас прольется кровь. Кинеть. Теперь ДДшки получили только что по сотке. Пойдет еще одна кинетика, все РДД уже получит по 200. Все нормально будет стоять. Это не бегать такой сюда. Бладласт. Бой, ты без сфер что ли? У тебя что там пробивает? Ну, по две сферки висит. Ага. Справа кинетика там. Кинетика сзади там, резист.
нужно. Захуярьте его, можете захуярить уже, блять. Келесь это ебано. Кинетика. Но народ где-то очень далеко стоит. Зачем бить келесет, когда ГП с потолка падает? Ну, ребят, вы сами виноваты. Я каждый рейд предупреждаю, не просто. Терпение закончилось. Есть осколок. Влада, ты хоть запомни, не скидывай. Чего, запы не скидывать? Не, они тоже есть. На еще. Хорош. У меня места нету просто, я дизать не успеваю, все. Так там оставляй. Бисовый грудак, аэродром, не? Никто не хочет, что ли? Он Эликс на хэприста, говорит, хочет собирать. Хотя не, если ничего не надо, кидай мне, я продам колда какая-никак. Друиды, последний шанс. Или распылю. Напишите, кому может быть нужен он. Там маг рыбака с дэшом, можно взять его. 120 тысяч голды, это мой байер, короче, на арку ставил. Опа, забыл, сейчас. Ну, короче, как хотите, грудак я распыляю. Мобильный банк, тыкните кто-нибудь, кого не на КД. Навык. Беру байера на арку. Да хочешь возьми, пофиг. Ну, в целом и так неплохо идем. Ну, байер все-таки нормальный. Вы его что, дотроллить что ли решили? Какой, блядь, ДПС человек играть не умеет? Так в смысле бага, мы его не троллим, а на полном серьезе собирает. Там просто... Дух апает мага нормально там. Ай, боженьки. Нормально апает. Да. Все нормально. Покупатель всегда прав. Он красивый. Да, вот, все правильно. Как минимум красив.
И если надо будет, я этот Аркус даже Вару продам. Вызывай Редвара. Редвар, вызывай. Я никогда ебать. Столько магов в одном рейде не видел. Меня склонили, бля. На форуме люди пишут, что магов с гильдии кикают из-за ДПС. Нет, дед, типа ДПСа нет, они как хилы поняли. Как хилы? Тут так и написано, блядь. Так хилы только. Блядь, да я уже заебался в стане стоять, что за хуйня? Пиздец, блядь. Войт, они просто осознают, что про товары это непроходимая для них. Серьезная угроза. Это как Рэмбо. Первая кровь? Ага. Последняя. Когда про товар, там уже последняя кровь. Нет, последний фильм, по-моему. Последний про товар. Фильм Рэмбо — это фильм про товара. Сейчас пуляете или ждать кого-то будет? Сманут. Давай, еще Лану успеваю, быстрее. Это, ну чё? Я с коватом танчу, да? Ладно. Ну, говорил, танчи. Я тогда послакаю там, потанчу, подержишь босса. Ты думаешь, я напрягаюсь? Я вообще не напрягаюсь. Я вообще от компа отхожу. Да я вообще за компом не сижу, бля, если чё. На улице гуляешь? Да нет, на балконе. Красав. Я вообще без монитора играю, на самом деле, бля. Чек на пол. И ногами. Да не, не ногами. Треугольник. Бермудск. Щит надо, короче, на сопрот зачарить этого босса. Какая ж херня. Я пароль не слышу. Когда меньше народу, меньше лагает. Не, серьезно, вообще так меньше. Чем меньше народу, тем выше Неликс по ДПС. Чё с Неликсом? Чё он на 11? Блять, стакать запретили, блять. Боса пулит, пули.
блин, представьте себе при таком темпе игры, как только что на поле поражения. Учится он. Я такой постмэр. Учится. Ну вот вам и щит. Поняли, блядь, лутом, мудаки. Это его третий спек, блин, даже он же не мейн. Так что я ушел. Сейчас приду. Мы ему подсказали, он, наверное, сможет сделать хосту пол. Танки, вы охренели? Вы, может, щит с робота будете ролить? А я оттуда заберу. А его не падало ни одного. Обнажите клинки, соратники. Райкулы нас не отпустят. Пусть берут. Не убегут. Пешеходы полудят. Лучше сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Неликс, что с тобой сегодня? Там за спиштой или ногами играешь? Чего коват? Есть этот? Да у меня ПВПшный щит, там камень на силу, блин, я поэтому хотел типа и чарку, и тогда сокет не, лаги, поставить. Лаги попрофитнее будет отдать. Лага, лага, тогда отдаю тебе. Я просто думал, он у всех есть, поэтому я его, чтобы на блок зачарить. Второй. Блок? Не, у меня один. Да, там есть чарка на блок, на щит. А, точно, 30 блока. Да. Дартпал, чувствую, хочет похилить. Жаждешь. Конечно, жаждешь.